Михаилу всего 12 лет. Сегодня он получил благодарность и знаки отличия от военных и Народного фронта за организацию сбора гуманитарной помощи бойцам СВО. Общим делом он объединил еще 12 ребят, почти все они школьники. Мы собрали 5 аптечек и 50 жгутов кровоостанавливающих. Но я бы еще хотел бы задать вопрос командиру, нужны ли им стабилизаторы для гранат. Потому что, чтобы гранаты скидывать с дрона, нужно, чтобы они летели прямо. И для этого есть стабилизаторы, которые печатаются на 3D-принтере. Я бы хотел задать вопрос, нужно ли им это, потому что у нас есть возможность начать печать с Нового года. Если не будет патриотизма, то не будет победы. Всем нужно объединяться, всем нужно работать вместе, сообща. Михаил вместе с другими ребятами занимается военной медициной, инженерной и тактической подготовкой. Юноша не хочет оставаться в стороне и оставлять родину на произвол судьбы. Его настрой разделяют и другие награжденные, люди с гражданской сознательностью. Пул тех, кто реально заслуживает этих благодарностей, все значительно больше, шире. Некоторые из них вообще помогают, что называется. И говорят, вы не упоминайте, мы с вами, потому что добрые дела делаются в тишине. Это тоже их позиция, и мы ее уважаем. Из последнего в региональной повестке Народного фронта. Расселение жителей спековских домов в Бийске. Корректировка границ нацпарка Салаир. Открытие народной школы в Шипуновском районе. В Ребрихе разбирательство с тарифами на газовое отопление еще будут продолжаться. Чтобы решить острый вопрос быстрее, сначала нужно достучаться до нужной инстанции. А иногда и сделать все самим. Это заслуживает не просто уважения, внимания, подражания. Это заслуживает, я бы так сказала, задуматься и говорить о том, что это сильно меняет нашу жизнь здесь, внутри края. Вообще-то это в традициях русского государства. Я не так давно перечитывала исторические вещи, начиная с русско-турецкой войны, с войны с Наполеоном. Ну, уже не говоря о Первой мировой, когда царица Александра Федоровна Романова возглавляла госпиталь и работала сестрой милосердия. Ну, это обычное явление. Люди, которые считали себя, что называли себя знатными, умными и так далее, они как раз возглавляли всю эту благотворительную помощь. В Народном фронте уверены, что позитивные изменения чаще всего совершают обычные люди, у которых просто есть желание. Дарья Ерошина, Дмитрий Денисов. День с толком.